Привет, 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 геймеры! Гринлд на связи. Сегодня мы играем, конечно же, Черепашки-ниндзя-легенды. И отправляемся на челлендж Силы природы. Задание у нас будет, ну, очень сложное. Почему? Да потому что мы возьмем одного сегодня супершреддера. Вот просто одного. Все остальные слотики оставляем пустыми. И отправимся разбираться с химерой и с черепашками видения. А получится у нас или нет, мы увидим буквально через несколько минут. Сразу же здоровица Шреддеру прокачиваем. Профилактика лучше, чем лечение. Ну что ж, попробуйте, солдатики. Футботики. Футботики, давайте попробуйте. Шреддерка-то задеть. Шреддерка задеть непросто. И по одному начинаем их выносить. Ох-охо. Будет сложно, ребят. Почему? Да по одной простой причине. Он даже первого футбота, который технического класса, который слабее, чем могущественный класс Шреддера, он его с двух раз выносит. Получается, нам будет 6 раз надо атаковать, чтобы вынести 3 футботов. Ну давай, Шреддер, попробуй этого вынести. Ага, ага, ага. Зато защиту проставил. Ну и ладно. Ну и здорово. Так, а, ходим еще раз. Класс. Вот этот подарок судьбы. Еще раз Шреддер ходит. Так, еще одна защитка. Крутяк. А, у нас защита, чуваки. У нас защита. И атакуем. Бам. Уа, с первого раза. Класс. Повезло. Нам прет. Так. Этих. Этих выносим массовой просто. Вот. Бам. Готово. Никто не сомневался, что это будет с первого раза. И теперь наша задача накопить следующую массовую до черепашек. До черепашек видения. 5 ходов. 5 ходов мы должны потратить на этих футботиков. Ну давайте-ка, покажите. 4-рукие. 3 4-руких и 1 и 2 обычные. Супер Шреддер, держись, держись. Впереди еще Химера. Химера, она забирает жизни, ого-го. Тут главное расчет. Все правильно рассчитать. Всю тактику продумать и мочить всех. Так, кого, кого, кого. Ну давай, с него начнем, Шреддер. С него и начнем. Пожалуй, вот этой атакой. Шипы метнем в него. Фух! Здорово. С первого раза. Хорошо, мне это нравится. 4 хода нам еще надо тянуть. И у нас 4 футбота осталось. Если даже каждого выносить с первого раза, то мы восстановим массовую атаку. А они будут по 2 раза хотеть выноситься. Ну и ладно. Броня стоит у нас. Крепка броня. Пока цел наш Шреддер. Плащик, правда, порванный, но это от того, что он такой супер-мутант. Плащ тоже как бы от этой мутации испугался и разорвался. Антураж. Понты, короче. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бам. Такие с 2 раз. Только спирит-класса синего ниндзю-фут мы вынесли с первого раза. С остальными приходится мучиться по 2 раза. О, точность. Точность нам опустил негодяй. Негодяй. Мы до тебя доберемся. Мы оставим тебя напоследок. Ну нет, ты сильно что-то бьешь. Не-не-не-не, да, давай, 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 давай. Это же тот самый Каннинг, хитрый. Хитрый класс, надо его выносить. А то он уже, смотри-ка, уже подкоцал уже Шреддера нашего. А, да, броня у меня, чувачок. А у тебя смертушка. Бам, пришла за тобой. Ух, такие. Из земли вылезли штуки-дрюки. Так, давай, первый удар. Ух, ух. А хотел я еще проставить здоровица прокачнуть. Хотел, хотел, но не сумел.
Не раздумываем, сразу массовочкой. Так, Донни умрет, походу. Донни квакнет. Эх, Лео блокирует нам лечение. Это совсем не здорово, ребят. И точность у нас понижена после массовой. Так, Донни умер. Хорошо. Забираем Рафа. О, вот она. Ух ты, все умерли. Ох, и опасно же мы вышли на Химеру. Здоровье-то у нас очень уж не ахти. Тактика, тактика, а получилось вот тактика. Да, еще и лечиться не может Шреддер наш. Вот это хреново, полжизни она у него отсекла. Вот это хреново. Ну ладно, атакуем. Скорость понизили, а она атакует. Да, нехило забирает. Атакуем снова. Мало, мало, Шреддер, держись. Так, давай. Качайся. Ну, тут надо надеяться только на то, что будем лечиться при каждом ходе. Ух-ху-хо. Тяжелые удары, Химеры. Держись, Шреддер, давай. Держись, парень, 637. Давай, давай. О, конечно, так нечестно, так нечестно, так нечестно. Она бьет два раза, еще и жизни у нас сжирает две штуки себе на восстановление. Нет, нет, это очень сильный удар, это суператака ее. Давай, еще подлечись. Ох-охо, и сожрала 600. 600, на тебе. Скорость понизим. На, шипами. Шипами получай. Ой, все, защиты нет. Промазала, повезло, нам повезло, нам повезло. Еще разок, и тогда прокачиваем здоровье. Давай, давай, Шреддер, у нас получится. Есть, есть, броня. Броня, ребят, нам везет. Прокачиваем здоровье опять и защиту. Ну что же, я вижу просвет в конце этого туннеля. У нас появился шанс одолеть Химеру. Держись, Шреддер, держись, чувак. Давай. Ох, точность понизила. Эх, как сложно, как сложно. Давай вот этой атакой, там все равно точность понижается. Давай, 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 давай. Бам, 4000, класс, есть. Ха-ха-ха-ха. Ура, ура, вот они. Шипы победы, подкидывает шипы Шреддер в воздух. И мы победили. Крутейший бой, мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки. Или если не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Впереди много всего интересного. С вами был Гринланд. Пока-пока.